Среди всех богослужений Страстной Седмицы одним из наиболее торжественных является утренняя Великая Пятница. Богослужение, посвященное спасительным страданиям Иисуса Христа в Петропавловском соборе Казани, накануне совершил глава Татарстанской митрополии, владыка Анастасий. Подробности в сюжете информационно-издательского отдела «Митрополия». Вечером в Великий Четверг во всех православных храмах совершается служба страстей Господних, утренняя, посвященная страданиям Спасителя. За этим богослужением прочитывается 12 отрывков из Евангелий, повествующих об осуждении, страданиях и крестной смерти Господа. «Беже час третий распявший Его, и бе написание вина Его написано, царь иудейский, и с ним распяши два разбойника, единого одесну, единого шую Его». Избыться Писание же глаголит, и со беззаконными вменися. Чтение начинается с прощальной беседы Иисуса Христа с учениками после Тайной вечери и заканчивается погребением Его в гробе Иосифа Аримафейского. Утреннюю Великой Пятницы глава Татарстанской митрополии, митрополит Казанский и Татарстанский Анастасий совершил в Петропавловском соборе города Казани в сослужении клириков прихода. По традиции, молящиеся в это время стоят в храмах с зажженными свечами, выражая свою скорбь о страданиях, пережитых Господом за все человечество. Иисус же стал пред Егемоном, и вопроси Его Егемон глаголя, и иси царь иудейский, Иисус же рече Ему, ты глаголеши. Утренняя Великая Пятница была совершена и в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского при Казанской духовной семинарии. В богослужении приняли участие начальствующие, преподаватели и все воспитанники духовной школы, а также многочисленные прихожане.